Ну что, всем привет, с вами я, The Boy-Vitor. Мы сейчас играем Uncharted. Uncharted. Продолжаем прохождение. Поехали, у нас здесь отбой. Сейчас будет заварушка какая-то интересная. Постреляем. Постреляем. Так, хорошо. Блин, как замечательно, когда здесь такие недолгие загрузки. Как это замечательно. Сейчас тупо зависнет, нахуй, да? Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Так, окей, поехали. Поехали, куда нам? Опа! Черт! А, блин. Белая шкала заполняется, когда опасность... Когда есть опасность. Шкала заметит. Меня заметили? Желтая шкала сигнализирует о том, что противник что-то бы заподозрил. Ну, какой противник? Чтобы действовать скрытно, не попадайтесь противнику. Ну, понятное дело. Действовать скрытно. Ну давай вот влево уйдем. Так, окей. Да, нас вообще никто не заметит. Я думал, здесь кто-то сейчас подойдет, я его скину. Было бы хорошо. А, вот здесь есть, кстати. Если его обойтись сейчас, можно скинуть. Блин, это палевно, если честно. Так, ушел. Один ушел. Блин, а как теперь здесь пройти? Блин, его тоже нужно как-то пролезть, слушай. О, блин. Блин, я так сильно не хотел прыгать. Вниз. Так, давай, давай. Ну. Я хочу сюда. Давай, ладно, вот так вот, ага. Так, давай вот так вот. Как-то так проползем. Давай забираемся. Чувачок там. Блин, а мы к этому не доберемся, да? Ну ладно. Там чел палит. Я думаю, ничего страшного, сейчас прыгнем. Да, очень зря. Так, теперь сюда. Сюда теперь. Вот сюда. Бля. Да, бля. Ну, теперь придется стрелять.
Так, окей, у нас травушка есть. Травулечка. Окей. А пистолета там не было случайно? Что он без пистолета ходит? Да ничего, нормальные успехи. Сейчас заберусь только повыше. Ладно, до скорого. Да. Че, у них нету пистолета, что за херня? Мне можно было дать пистолет? Или это чтоб я еще больше там жопы не навалил? Так, повыше. Давай сюда тогда. Так, а здесь что? А, вон чувачок подходит. Так, отличненько. А там и дорога. Окей. Так, все в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду и все. Походу не выйдет. Походу не выйдет. Ладно. Здесь нету никакого сокровища там. Может. Что-то завалялось. Оу. Скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так. Не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. О, сейчас будет жопа. Ты себя выдаешь. Ах ты ж собака. Я тебе поддался. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот блин, почему? Как... Мне артефакт. Кстати, все здешние артефакты крадены. Им место в музее. Мне уже это надоело. Чем здесь блок нету, вот. Я ж только сам. Может, ничего бьет? Ну, да, я в настройки зайду, подожди. По-моему, должно быть здесь, должен быть какой-то блок. Я точно не помню. Но вроде что-то подобное должно быть. Так, F. Уклонение. Левый shift, перекат, уклонение, укрытие. Шифтом, то есть, нужно. Понятно. Shift. Медленный шаг. Левый control. Окей. Стрельба, прицеливание. Вращение ретро. А, ну понял. Перекат, уклонение. Уклонение у нас окей. Шифтом получается. Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить.
Вот здесь. Не, ну тут без вариантов вообще. Здесь так и должно быть. Я у машины. Вы куда провалились? Я встретил твою Надин, Рокс. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. Ёхрена, давай. А, вперед точно. Бля, как тут можно на такой хуйне раскачаться, это жестко. Ладно. Да давай, ну ё-моё. Что, выше забраться? Ага. Ёпта, мать. Они как дебилы стоят, стреляют, блядь. Патроны тратят. Киюшки, поехали. Поехали. Пока держу. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Так, все берем, все берем, все нужно. Я тут застрял, идея есть? Быстрее всего через зал. Ты говорил, он заперт. Ну, теперь я не знаю, что это вы и всех вывели. Значит, зал, ты понял, Нейк? Да, понял. Так, хорош. Поехали дальше. Привет, золотце. Чувачок, ты потерял напарника. Окей. А я уже здесь. Как не свалиться? Окей. Фу, подожди, блядь, кто там? Чел просто вперед ебошит. Уф. Так, ладно, берем патроны и давайте дальше. Жди, у него что-то было интересное. Давай посмотрим. Посмотрим, что у него было. Что у тебя было? Куда ты отлетела, походу, слушай. Блин. Блин. Ну, пожалуй, нам, походу, сюда. Почти в бальном зале. Почти не считается. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Супер. Так, давай вот эту поставим сюда, да? Потом наверх запьемся. Давай, давай. Иди сюда, сучка. О, Маркс. Маркс. Какой-то интересный. Фу. Еще наверху был чел.
Verso l'arme. Ehi! Задрали, блядь. Так, вот сюда нам, да? Оу, поехали. Ё-моё. Так еще никто не залетал сюда. Ох, ёшки, давай. Вот здесь жопа, наверное, будет. Аукцион мне надоел. Да, мне тоже. Бля, у меня патроны закончились. Концепция меняется. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Сука. А какого хера он здесь забыл, блин, с дробовиком еще? Патроны. Кто-то дайте патронов. Пожалуйста. Я должен никуда быть сам. Понятно. Я должен добыть патроны сам. Спасибо. Спасибо. Ой, не туда. Спасибо. Бля, два патрона, прикинь. Пиздец, давят нахуй. Какого хера ты, собака, блин? Какого хера? Ладно. Воу, 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 вы что, издеваетесь? Целая туча ребят вывезла мне. Все, патрончиков опять нету. Смотри, опять этот дробашер обходит. А нет, это не с дробовиком. Да дай, дай спрятаться. Блять. Ну ты смотри, сука. Опять не дали спрятаться. Блин. Сука. Как можно так было промазать?
сука, еще и глины кидают. Так, дробовик есть нужен. Так, давай сейчас постоим пока что. Пускай немножко упадет красненькое. Поехали, поехали. Так, хорошо. И опять, возможно, закончится. Да что за дела-то? Так, здесь что? Давай, патроны. Патрончика мало не бывает. Нужен побольше. О, подожди, а это вместо пистолета возьмут? Отлично, отлично. Да, бля. Держись, я почти на месте. Да хорош просто. Блин, этого нужно было уже давно убрать. Да бля, как? Кто меня там еще какие-то бегали рядом? Я так понимаю. Что там бегает, блядь? Задрали уже. Да ёб твою мать. Ладно. Смотри, еще и грену кинул. Подождите вы, дайте. Дайте хоть осмотреться, кто где, блядь. Фух, это все. Я надеюсь. Да ты собака, где ты нахуй? Поехали. Что-то прям очень много пиздюков было. Так. Мою душу ждут муки ада. Черт. Что? Пу.
пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код? Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну ты даешь. Ну тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф, и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, тут я сюда. О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт. Да? Ты только... Вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Так, поехали. Могила Генри Эвери. Шотландский собор. Странное местечко для сокровища. Да нет.
Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рейв? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Так, а нам куда? Вот сюда? Надеюсь, да. Или можно на ту сторону? Походу на ту сторону, слушай. Стараюсь не думать. Ну, ты идешь. Сэм, слушай, он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. А тут высоко. Да. Поищем другой путь вниз. Должно выдержать. Давай так. Так, Ю и вниз. Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Прикнись! Все? Ладно. Вроде все. Есть что у вас интересное? Я рад вас. Маркс. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Ладно. Только пистолет у нас. Только пистолет. Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно. Странно, но мне очень прям не заходит чувствительность прицеливания. Давай 10. Важно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Думаешь, мы найдем надгробие с надписью «Здесь лежит Генри Эвери, любящий сын и благородный пират»? Вряд ли. Не стал бы он так стараться замести следы, чтобы написать на камне свое имя. Так, окей. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположение. Вещички наем. Я так понимаю, нам так, сюда. Орел или решка? Класс. Динамит. Осторожней с этой хренью. Так, чи. Эй, я открыл дверь. Это было очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забраться? Да. Так, ну где-то должна быть. Какая-то херня. Вот, походу. Смотри, ее еще катать можно. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Ладно, придется опять динамит кидать. Да блин, почему на Q? А, это после Warzone такая херня. Там QE вот это. Получай. Кидать все. А ты разбираешься. За свою жизнь я много чего взрывал. Так, иногда поигрываю. Warzone, то и привычка немножко. Хотя, довольно неплохо. Ну, то есть неплохо, а много. Даже иногда играю, но. Сука. Вы чё? Да, блядь, опять хочу к юшкой кинуть, прикинь.
А как он выжил, сука? Все, закончились. Жопа обходит, прикинь. А это, чё, блядь? Кусик там был. Сука. А хватит меня сзади обходить, я не люблю, когда меня кто-то сзади обходит. Да иди ты. Да блять, ну... Фух. Ладно. Двоих. Такой говорит, никого здесь нет. А как здесь нет, если у вас кто-то динамит кидает? Слушайте, что, ебанутые? Хорош. Давай, 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 давай. Так, где этот уёбок? Сука. Да что же было, сбоку зашел, падла такой. Слушай, этот хоть более-менее ппшечка это. Ладно, неплохо. Могло быть и хуже. Да, уходим, пока никто не нагрянул. Так, ну поехали. Поехали ставить вот это. Да, на тяжелом здесь, кстати, ну так, неплохо. Критают они, конечно. Не херово. Вот. Ну, пошли. Конечно, никому не удивление, что она больше под... По джойстик адаптировано, то понятное дело, что с мышкой тут чуть-чуть не так. Так, теперь что? Да еб. Давай я туда закину. Так, вот какое-то сокровище. Кстати, я его не заметил. Так, ей прикольная штука какая-то. Что это такое вообще? Резная бутылка для орехов? Бутылка для орехов резная? Понятненько. Ладно. Есть! Осторожно. Так, забираемся.
Так, нам туда попасть нужно. Зацеплюсь. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Ну, тогда попробуй. Вот видишь? Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Так, ждем нашего старичка. Подсади. Ну давай. Давай, я подтяну тебя. Давай. Спасибо. Все. Так, кишка, поехали. Что у нас там на мастер? Аж туда. До них всего пара прыжков. А, только не сглазь. Поехали. Зад ободрал. Зад ободрал. Даже весело. Очень весело. Так, а ну, давай сюда, вот так. Да и мне нравится. Главное деньги. Подло. Бывает и хуже. Пойду отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. И что дальше? Он подавил мятеж? С нашей молодец. Помощью все обошлось. Но как только кончились деньги, ой, у нас не осталось причин участвовать в заварушке. Нас так просто не возьмешь. Продолжаем в том же духе. Хотел себе самого легкого забрать, понял? Вот так вот. Ребята, хватит болтать. Вы же на работе. Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знаю. А как отменить? Меня здесь нет. Да, блядь, последний динамит выкинул. Просто так выкинул. Так, сука. Блять, эти бронированные или что нахуй? Прям пиздец, попробую их пробить, блин. Сука, патронов нету. Да блядь! Жаль, динамита нету. Все, пацаны, пока. Тут еще выжил. Как ты выжил, бля? Мы чуть не попались.
чуть. Наверняка кто-нибудь чуть услышал. Не считается. Валить надо, быстро. Так, а нам что-то здесь можно найти или типа вообще? Можно дальше просто бежать, все. О, ты смотри, ака здесь лежал. Лежал. Можно было потихо его взять, кстати. Не знаю, я хочу иногда пострелять. Ну, не иногда, а всегда. О, ты смотри, барок 44 какой-то. Блин, он мощный, у него патронов мало, правда. Ну ладно, пускай будет. Попробуем. Так, окей. Так, подтягиваться, я думаю, не будем, да? Нам сюда именно. Прямо за стенами. Ну да, да. Будем сейчас перекатываться с места на место. Не, ну, неплохая пушка, в принципе. Но патронов реально мало. Такс. Нам сюда и нужно туда пойти. Ну да, походу вот так вот нужно. Сюда. Сэм, сюда! Так, хорошо. Хорошо. И теперь туда нужно. Ага. Так, а здесь куда? Ну ладно, сюда добрался нормально. Нормально. Круче, чем просто на тросе. Да блин, ну когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. Чем ты все годы занимал? Скакал по развалинам? Ну, еще по мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Так, вроде добрались, да? Вот и все. Нормально. Надеюсь, это был последний спуск. Это уже камней полные штаны. Сука. Сука, я не туда побежал, блин. То есть туда, но... не этим способом нужно было. Блин, а ну, перезапустят где, если я здесь умру? Походу, там же. Нахрена я туда прыгнул, блядь? Ой, не понимаю.
Так, окей, давай. Так, вот сюда. И последнее. Последнее. Угу, хорошо. Пару прыжков, и мы уже все. Ладно. Так, не будем спешить. Опять куда-то не попасть, блин. Вот сюда и нужно было дальше. Или... Ну да. Так, вот сюда, ну давай. Так, и здесь опять прыжок, да? Так, и мы у дверей, окей. А где этот Сэм? Ладно, полетели. Тю, он за мной побежал, назад тоже. Эй, помоги мне! Имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Давай найдем могилу. Так, нам нужно найти могилу, да? Здесь есть пара сабель. Где вот здесь? Как на свитке из креста. Поглядим. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть... И еще до черта осталось. 59-99. Окей. Будем что-то подобное так, искать. Скрещенные сабли. Череп и кости. 1659-1699. Найдем такое надгробие. И дело в шляпе. Ну? Оскверним могилы? Давай. Ну, пойдем искать. О, сабли такие. Ну-ка... А там 62-й. Да, ты не те. Это не подходит, да. Так, окей. Еще посмотрим. Какой-то грей. Дата верная, но сабли перевернуты. Не то. Ну, понятно. Так, а здесь что? Ну, тоже не то, понятно. Нет, неверная дата и сабли никак на свитке. Так, где-то здесь посмотрим. А вот это вот. Нет, черепа и костей. Кельтский крест. Но могила не та. Окей, могила не та. Может, вот это? Год верный. Сэм, сюда! Что, нашел? Вот, Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут. Поверните его. Ты готов? А я-то давно готов. Так, ну подождите. Подождите. Дайте я динамит возьму. И поехали. Что тут у нас? Это склеп. Склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу.
Это монах писал. Так, вот долгожданное чудо. И ровно в день нашего святого Дисма, спустя несколько недель после того, как мы узнали о намерении короны закрыть наш собор и забрать нашу землю, нашу обитель изобрел странник. Он пришел к нам, когда мы с послушником заканчивали утреннюю молитву. Довольно пугающее зрелище, прозрачные глаза, густая неухоженная борода, форма флотского капитана, прекрасный меч и большая кожаная сумка. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он ответил согласием. За трапезой незнакомец рассказал печальную историю о морской битве и поведал нам о своем желании похоронить товарищей на священной земле, признавшись в своем, так сказать, родстве с нашим добрым святым Дисмасом. В ответ мы поведали ему о своих горестях, о полной разрухе, об отсутствии какого-либо вспомоществования, сука, что за... вспомоществование. Чего нахуй? Со стороны короны о том, что собор почти заброшен, ушли все, кроме нас двоих. Он кивнул с понимающим видом и достал из своей сумки горсть золотых монет, каких я раньше не видывал. Это золото он предложил нам в обмен на нашу землю и все постройки на ней. И хоть моя вера вошла в противоречие желанию, в конечном итоге я пришел к выводу, что... Отказываться было бы глупо. С этим золотом мы сможем принести много добра в другом месте. Всяко больше, чем здесь. На этом забытом богом берегу. Что же касается незнакомца, я не знаю, зачем ему понадобилась эта земля, но желаю ему удачи. Да, да. Что за слово такое вспомогающее? Что там за слово было? Уже и забыл его. Ой, ладно. Так, что там дальше? О, смотри, что-то нашли. Это монета какая-то. Монета в полпении. Шотландская монета в полпении. В полпении. Понятно. О-о-о. Вся банда в сборе. Иисус. Слева Дисмас. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Эври особо чтил святого Дисмаса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником, грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Наверное. Так, и это что? Здесь больше ничего не нужно. Ладно, давай на эту сторону. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Паровоз, блядь. Паровоз, блядь. Да ты посмотри. Паровозик Томас. Свет идет с той стороны стены. Так, а теперь нам нужно с той стороны, да? Да дай пройти, ну что ты стал, ё-моё. У основания статуи что-то есть. Так, посмотрим. Так, вот это. Мне это нравится. Удалось. Двигать. Не, вот это точно. Мне кажется, скорее всего. Вращать. Не, почти не... Где вот... Ага, вот эти две сюда подходят. Получилось так. Вроде. Дальше давай. Эти вот сюда, да? О, соедини точки. Так, вроде подходим. Верно.
И последненький. Ой, куда я? Куда-то в сторону отвел. Так, и вот эти сюда. Отлично. Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Есть одна проблема. Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Ну да. Черт. К чему заставлять его ждать? Ну, поехали назад. Когда уже глава закончится? Хоть какая-нибудь. Что уже ролик выходит, блин, около часа. Даже не около часа, уже точно час где-то. Ладно, ладно. Можно как-то посмотреть дневник. Дай вот это письмо посмотрю. Вспомоществование. Вспомоществование. Пиздец. Каждый день такие слова читаю. Ёб твою мать. Вспомоществование, блядь. Ёкиный бабай. Шват. Черт. Они открыли ворота. Хорошо. Туда-то нам и надо. Так, давай за мной. Слышь, там что? Слово. Думаешь, у нас гости? Черт! Стоп тебя! Тут кто-то есть! Хоть подбил кого-то, а? Так, давай. Отходим! Да блин, я думал несколько хоть человек подбить. Блин, а где еще взять динамита? Сука, как он так точно кинул, блин? Охренеть. Вы сейчас серьезно? Да, бля. Сука, какая это печальная история. Какая же история эта печальная? Пиздец просто. Я нажимаю пробел, потом shift, нахуй, он шифтом падает, блять, вниз. Ну что, повеселимся? Как они кидают, ебать, сука, на стеночку, ебать. Ладно. Не в эту сторону. Ты смотри, опять как-то под... Ну ладно, это упало. А, хотя может быть у них эти, на липучке.
Может быть такая тема. Кстати, да. Пиздец, короче. Что тут сделаешь? Ладно. Делай вот так, короче. Сука, ну... Да где ты там взялся снизу? Пиздец, вот это меня здесь бесит, эта херня, блядь. Что непонятно, кто где здесь, блядь. Ну какой-то уёбок снизу будет. Да, блядь, ну кто стреляет, нахуй, вообще непонятно. Я бы удивился, если бы он меня все-таки закинул, блин. А, да, ну конечно. Ну конечно же. Чему я удивляюсь? Блять, кто там попадает? Блять, вот этих сложно попадать, блядь. Блин, куда я прыгнул? Зачем я туда прыгнул? Вообще непонятно. Стой. Попали! Какая, почему ты его, сука, не начал стрелять на меня? Ну, ё-моё, дробовик орёт. Охренеть. Да. Сука, когда нужно, он быстро, блядь, спускается. Ты меткий, сука. Блять, а почему у меня нету динамита? И он весь потратился. Золотой запас динамита потратился весь. Спрячься, чтобы восстановить здоровье. Да? Серьезно?
Я-то спрячусь. Здесь, блядь. Пиздец. По-моему, эти заросли против меня. Пиздец, у него разброс, что за хуйня? Сука, сюда иди. Да блять, как с него попасть нахуй? И больше он, конечно. Куда угодно стреляет, но, сука, точно не в тело. Что, это были последние? Ну, ебать же капец. Ну, мы все еще дышим. Уже хорошо. Давай откроем ворота. Под заебистая, конечно, территория, чтобы пострелять, сука. Пиздец. Так, нам сюда, к дверям, да? Сэм, ты готов? Ну ты как? Отлично. Я, конечно, думал, что сокровище может быть. По моему опыту, да. Вся эта движуха в созвездии. Да, было круто. Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну, не будем расстраивать Эвери. Эй, как вы там? Слушай, Салли, мы идем по следу, но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Так, лады, немножко еще. Еще немножко, короче, дойти. Хотя я бы уже, наверное, закончил, но что-то хочется прям главу всю пройти, да и все, в принципе, на этом закончить. Я начинаю нервничать. Уж ты-то должен... Ладно, его убей! Хорош, хорош, нормально.
А, здесь просто к стрельбе нужно привыкнуть. Ответить и все. Так просто не уйти. Да, и чем ближе мы немножко к собору, привыкнуть. Тем больше. Так, а что здесь? О, еще какое-то сокровище, слушай. Это оловянная музыкальная шкатулка. Певчая птичка. Птичка певчая. Все? Больше здесь ничего нету. Нейт, я нашел здесь лестницу. Ладно, иду. Ну, как бы, почти так, лестница. Я тебя подсажу. Вот так. О, черт! Я слишком высоко. Прекрасно. Ща, погоди. Я жду. Гляну, что там за деревянная штука. Эй, что ты нашел? И вот так? Тяжелая сволочь. А ты что делаешь-то? Помогаю тебе. Забраться. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо. Так, окей. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Можно забраться? Я сейчас. Так, окей. Сюда! Вижу! Молодец! Блять, я не на ту сторону прыгнул! Сука, нужно было вперед прыгать. Ладно. Блять, я здесь вообще не допрыгнул. Охренеть. Ну охренеть вообще. Ладно, наверное, плохая была идея. Охренеть. Поберегись. Обалдеть. Побереги силы. Это еще не конец. Ну веди. Вроде держит. Так, нам туда внутрь, да? Не пожалеешь бы об этом. О, нихера себе. Конечно, если по ним прыгать, то. Да, как я и сказал. Да, да, да. Ладно, держи. Посмотрю. Похоже, это у нас может быть. Я до тебя не доберусь. Да ёбаный. Ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Эй, взгляни-ка. На что там смотреть? Почти на месте. Вдоль уступа пути нет.
Давай подальше от края. Неплохо. Так, окей, сейчас доберемся туда. Там еще, походу, какая-то перестрелочка будет. Господи. Да ёп. Понятно. Бывает такое, бывает. Как спрыгнуть тогда? Ага. Так, и побежал, короче, понял. Ёбаный, здесь даже спрятаться негде. Да сука. Ну ладно, можно вот здесь спрятаться. Ты шо, блин? Это нормально вообще тема. Да ладно. Так держать, брат. Пригнись, пригнись. Так, ну здесь можно было поинтереснее, конечно. Поинтереснее можно было все сделать. Ну да ладно. Осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Кто проводит раскопки с динамитом? Наемники. Хотя уж Рейв-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что если тоннель держится только на этой штуке? Тогда извини. Видишь? Все просто. Да, повезло. Так, окей. Я что-то не думал, что эта глава настолько долго будет. Что-то прям растянулось, пиздец. Так а шо? Так а шо? А, тю, блядь. Думаю, не пролазит нихера. Что за дичь? А, сука! И то зацепился, и то, блядь, шифт нажал, нахуй, скинул все. Ну ёбаный.
Как думаешь, выдержит? Ну, держится. Так, окейшки. Окейшки. Эй, только аккуратнее здесь. Ага, так. Аккуратно, блядь. Все хорошо. Хорошо. Все очень аккуратно, блин. Заходим в пещеру. Пещеру? Да, связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно, короче, я жду вас на готове. Ладно, до связи. Получилось. Ничего себе крюк. Наемники ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. Так, хорошо. Хорошо, давай сюда. Идем сюда. Хорошо, что я легко позавтракал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Иди сюда. Посмотри. Склизко. Там ручки или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Рот-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но... Тью погиб от такую ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком? Вот это хороший вопрос. Вот, пожалуй, давайте на этом и закончим. Блин, серию. Я не хотел, конечно, такую большую делать. Но если кому нравится, то... Да, в принципе, все равно они будут. Потому что я особо по таймингу не знаю, сколько будет глава. Ну, главу целую хочется самому пройти. Думаешь, кто эти... И все. Те, кого признали здесь лишними. Ну, а на этом все. Думаю, Эвери и Тью пытаются... Всем спасибо за просмотр. Хорошо, что мы... профессионалы. Пока-пока. Да уж. Хватит, может? Ладно.